Так, вот морской порт, подошли. Тимирятинский морской порт. Смотрите, сколько рыбаков. И в рыбацких шапках сидят, и в кухтах. Это, смотрите, целая набережная рыбаков. Ёпарас, это... Интересно, здесь сколько рыбы есть, нет еще? И манка, и что, на что только не ловят. Ох-ох-ох, сейчас, наверное, что-то поймал. Смотрим, 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 хопа, есть. Он стоит рядом и спит. Все, лотяришь. Да потому что он-то спит. Чуть-чуть. Опа, 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 опа. Вон он, да. Мальчик спал. Ой, удочка. Знаешь, поймали его. Рыбешка. Я думал, тут на всех рыб не хватает. Смотри, какая крупненькая. Пеленгас, наверное. Нет, да. Что-то тянет, тянет, ну-ка, 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 здесь еле натянулось, там, наверное, сейчас. Ах, все сорвалось, ну видите, ну ничего, здесь вон бутылочка водочки стоит, все. Так, тимирятинская рыбалка.